Так, 19 июля 2020 год, 22:31 по Киеву, Юпитер над Харьковом. Так, это тот редкий случай, когда при минимальных настройках светочувствительности все-таки видны полосы на Юпитере. И кроме того, спутники в окуляре я вижу спутники. Так, сейчас резкостью. Ну, по-моему, ничего там не видно, по-моему, да? То ли я в резкость не попаду. А, ну, в принципе, на мониторчике, на экране спутников не видно. Получается, и полос не видно, и спутников не видно. Удачно я настроился. Так, а где у нас? Вот он у нас, Сатурн. Рядышком. Разочаровала меня съемка спутниковой кометы. Все уже слишком тускло. Даже в самые яркие свои периоды на ультразум видео не фиксировалось. Только на фотографию с приличной выдержкой. Один миллиард 300 миллионов 45 километров до нашего Сатурна. И это, если не оправдание мне служит в сложностях наведения, то может быть хоть поводом для некоторых извинений за вот это все дрожание. Все, ушел. Сейчас Сатурн доберется до края экрана, и я поеду добираться до дома. Пора на работу собираться.
Ладушки. 19 июля 2020 года, Харьков.